изображение всегда заставляет качественно снимать, это естественно. Но это как в кинотеатрах, да, чем более качественно продвигается картинка, тем хочется лучше снимать, чтобы все было более реалистично и более по-настоящему. Так что я думаю, это просто отразится на качестве, в принципе, музыкального контента, который будут поставлять артисты, в том числе и я, конечно. А как вы считаете, каким должен быть артист, чтобы попасть в формат вещания, в ротацию? Два варианта. Либо стабильным в чем-то, что он делает, да, сам, либо оригинальным, совершенно другим, не похожим на всех остальных, естественно. Я надеюсь, я буду хоть в какой-то номинации, мне будет очень приятно. А какие планы дальнейшие? Работать, снимать. Я снимаю сейчас как режиссер очень много, поэтому это одна из моих таких, наверное, сторон моего сейчас не творчества, я не буду это так называть, это работа, которые мне очень нравятся, которые мне нравится делать, мне нравится придумывать, снимать, поэтому... Я слышала, вы сняли недавно клип для молодой певицы Марии Мио, вы выступили в ней и режиссером, и актером. Вот. Расскажите, пожалуйста, о процессе съемок, о клипе самом. Очень было интересно. Вот, там было несколько сцен, которые я сам в первый раз, например, снимал под дождем. Это сложно, это немного по-другому, это отличается от простой съемки, да, это не просто постановка света, это нужно все рассчитать. У меня было 3 поливальные машины, 2 огромных грузовика с водой, вот, и дождем заливало не только передний план перед камерой и задний план, и немножко на артистов, заливало ливнем таким вообще все, включая человека с камерой. Поэтому просто хотелось дать настоящее ощущение. Оно есть в камере, потому что даже на линзе видно, как летят брызги. Это как выжившим, когда вдруг ты видишь на объективе вдруг дыхание, да, то есть от того, что оно теплее. Ну вот, то же самое. Это, я не скажу то же самое, да, но прием тот же самый. Поместить артистов ровно в такую ситуацию, какой она, естественно, является. Это ледяной дождь, это холод, ночь в пустыне. Ну вот, когда ничего играть не нужно, все уже происходит само по себе. Остается только сделать правильный рисунок и снять это красиво. Все. Чем вам больше нравится заниматься? Мне очень нравится снимать самому как режиссер, потому что в этот момент видно все полотно, и ты знаешь точно, чего хочешь. Ну вот, когда ты как артист, ты пазл, ты деталь в чужом полотне. Когда ты режиссер, что все, что там происходит, это и есть часть тебя. И каждый артист тоже, он привносит что-то свое, естественно, но он не может выйти за рамки, которые ты уже придумал и сам сделал. У вас есть какая-то мечта? Да, конечно. Семья, дети, большой дом и счастливая жизнь. С нами молодой артист Айвон. Он также пришел поздравить телеканал Russian Music Box с переходом их на новый формат вещания. Как вы... HD, да. Как вы считаете вообще формат HD? Насколько он изменит политику телеканала и отразится ли он непосредственно на вашем творчестве? HD, я так понимаю, это формат вещания, который подразумевает более высокое качество видео и звукопередачи. Да. Я думаю, не знаю, как изменит политику, но мне кажется, когда ты наблюдаешь более четкую картинку с более качественным звуком, мне кажется, что буду смотреть больше людей. Будут это делать с большим удовольствием, чем раньше, так как картинка будет четче и звук будет качественнее. Да. Что касается меня, я буду стараться больше и больше, больше писать музыки и выпускать клипов для того, чтобы показать свой клип и свою музыку в HD формате. Сейчас Music Box, он поддерживает ваши песни? Конечно, он поддерживает и наши песни, и молодых исполнителей, которые вот-вот-вот только-только-только появляются, и оказывает очень большую поддержку, это очень важно, потому что, когда выпускается песня, когда готовится новый клип, ты не знаешь, что с ним делать, а Music Box, я считаю, что он оказывает большую поддержку нам. Знаете, такой немного провокационный вопрос. Вот смотрите, очень много музыкальных каналов, то есть канал Муз-ТВ, канал Ру-ТВ. Вот Music Box, чем отличается, и почему, допустим, вы пришли именно сюда, вот, и... Ну, как бы для вас это именно Music Box чем-то наверняка специфичен, раз он... Для меня Music Box это был, наверное, первый телеканал, на который я вообще в первый раз пришел. То есть первое телевещание, именно музыкальное, это у меня было, наверное, по Music Box, если мне память не изменяет. Он часто проводит выпускные и какие-то еще концерты, где можно выступать. И делает это довольно часто, и это мне очень приятно. А расскажите непосредственно о ваших планах на лето. Может быть, планируете новый сингл выпустить, клип? Мы выпустили новую песню, сингл. Песня называется «Не стреляй». Можете уже послушать ее в Google Play, на iTunes, также на официальных сайтах. Думали летом отдыхать, но, наверное, будем все-таки работать.
С нами генеральный директор музыкального канала Russian Music Box Наталья Полиндова. Наталья, во-первых, хочется вас поздравить, и перешли на новый формат вещания HD. С чем связано такое решение и какие изменения оно повлечет за собой? Спасибо большое за поздравления, но с чем это связано? Да ни с чем. Надо идти в ногу со временем. Почему? Потому что уже давно все купили новые телевизоры, все хотят смотреть хорошее, качественное видео, а мы просто хотим его дать людям, зрителям. И, соответственно, сделали все возможное, чтобы сегодня это случилось и отпраздновали вот так, как вы видите. Это наше событие. Вы довольны? Да, я, конечно, довольна, потому что мне приятно, что помимо наших дорогих и любимых артистов, звезд нашей эстрады, даже приехали звезды из Голливуда, мне тоже это очень приятно. Но и помимо этого пришло очень много партнеров, много наших конкурентов, вернее, не конкурентов, а наших друзей с других каналов, с других радиостанций. Это, ну, знак того, что нас уважают, ценят и прислушиваются и присматриваются. Спасибо им за то, что пришли в этот день. Для нас очень важно поддержать нас. Наверное, ваш новый формат повлечет за собой новых артистов. А каким должен быть артист, по вашему мнению, чтобы попасть в ротацию? Ну, прежде всего, он должен иметь очень хороший материал, он должен уметь петь, он должен иметь видео качественное, и самое главное, он должен иметь песню, которую захочет зритель услышать. А у вас есть любимые песни? Кого из исполнителей вы могли бы назвать прорывом года? У вас как раз же будет в ноябре, по-моему, премия Russian Music Box. Вот есть ли такая ли номинация «Прорыв года» и кто, по вашему мнению, победит? Ой, еще, в принципе, почти полгода впереди. Я думаю, что не один еще прорывчик выйдет на горизонте. Но на сегодня мне, ну, кого бы я отметила? Ну, конечно, мне нравится мой любимчик Алексеев. Мне нравится ММ. Ну, огонь. Старые, новые. В общем, много хороших групп, и я думаю, что они не остановятся и будут еще нас радовать чем-то. Должен родиться человек, чтобы работать на лучшем музыкальном телеканале страны. Я сама смотрю, мне безумно нравится. Наверное, в рубашке, это точно. С нами актер и шоумен Геннадий Горбачев. Геннадий также пришел поздравить Russian Music Box с переходом их на новый формат вещания, в формате HD. Что можете сказать по этому поводу, как настроение? Настроение просто на большом позитиве, мероприятие просто поразительное. Меня впечатлило большое количество гостей, которые присутствуют здесь. И здесь просто жарко от накала страстей и всего остального. А вы также являетесь партнером этого мероприятия, правильно? Да, совершенно верно. Мы являемся партнерами и гостями этого мероприятия. Спасибо большое за доверие телеканала Music Box. Мы предоставляем подарки, да, звездам нашего шоу-бизнеса. Отобрали там несколько наших, которые нам нравятся, звездам, и вручаем им сегодня. Да, а вручаете что, свою коллекцию одежды, сумки? К сожалению, до этого мероприятия нам сообщили за 2 дня буквально, и чтобы подобрать каждому размер, не хватило нам времени, поэтому мы делаем просто приятные вкусные сюрпризы. Я, честно говоря, готов сотрудничать абсолютно с разными компаниями, тем более с Music Box. Это невероятно крутая компания. Да, ну, это еще один шаг навстречу прогрессу. И это здорово, что канал Russian Music Box не отстает от прогресса ни музыкально, ни технически. Красиво сказал. Да, молодец. Непосредственно, ну, вот скоро будет премия Music Box. Вы представлены в каких-то номинациях? И что думаете, кто ваш главный конкурент? Ой, мне еще не говорили по поводу, представлен ли я. Уверен, что да, но по-прежнему, мне кажется, то, что мы делаем, как-то пока не имеет аналогов. Группа «Одесса» — это какой-то совершенно сам по себе живущий продукт. Знаете, мне кажется, это русский национальный продукт. Сама слушаю ваши песни. То есть это наподобие как музыкальные частушки, мне кажется, да? Ну, он такой, он как бы, знаете, чуть... В общем, это все, кто думает, что это легко написать и легко сделать. Вы сами пишете, да? Ошибаются, потому что мне присылают килограммами песни. Я с удовольствием бы их пел, если бы они подходили. Но этот продукт, он настолько легкий, что из-за этого становится безумно тяжелым. На самом деле, все, что легкое, это самое сложное. Но не мне вам рассказывать, вы это знаете. Я согласна. А что в будущем ждет? Какие планы на лето?
будущем. Мы сейчас снимаем новый клип на песенку, которую мы представим не скоро. Мы просто хотим ее сейчас снять и представить ее чуть позже, потому что у нас очень хороший оборот набирает песня «Караочин», и мы не хотим ее перебивать. Ну а тот трек, который мы запустим, он даст фору многим трекам, которые уже любим. Мы «Караочин» и «Женщины, они танцуют». Очень сильный трек. И что мне очень нравится сегодня во всем мире, течение такого камбэка, возвращения, скажем, в 90-е, 80-е, мы тоже сделали такой трек, который из 90-х, из конца 80-х, наверное, даже вот так. Как называется песня? Ой, я чуть по ничего не буду говорить, потому что, понимаешь, как бы у нас ситуация в том, что если я что-то говорю, то это уже фишка песни. То есть как «Караочин», как «Файнет Wi-Fi», я не могу сказать, если бы это была песня «Ты моя родная», я бы тебе точно сказал, но она так не называется. Специально для фэшн-концерт.